Алло. Алло. Здравствуйте, меня зовут Оксана, я представитель компании Клиент ТВ. Вы оставляли заявку на антенну? Оставлял, да, оставлял заявку на антенну. Подскажите, из какого региона к нам обращаетесь, где проживаете? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Так, посмотрю наличие акционных предложений. Да, можем оформить несколько человек по акции. Так, могу обращаться к вам, Николай, верно указано? Да. Скажите, Николай, нашу рекламу увидели в соцсетях, в Яндексе, Гугле, все имена? В Гугле? Помните? В Гугле. В Гугле. Так, хорошо, сейчас вы каким пользуетесь телевидением? Кабельное, цифровое, какое у вас? У меня кабельное. Кабельное. Довольны качеством услуг? Да, в принципе, доволен качеством услуг. Довольны. А какое бы качество хотели, что бы хотели улучшить? Больше каналов, стабильный сигнал, что бы хотели? Больше каналов и стабильный сигнал. Стабильный сигнал. Благодарю вас за ответ. И наша антенна – это цифровой приемник нового поколения, в который встроен микрочип. То есть идет полноценная замена ресивера и декодера. С помощью этого микрочипа он считывает сигналы со спутника. И вы получаете стабильные каналы по всей России. Можно пользоваться антенной как в городе, так и за городом, просто на даче. Всегда будет сигнал стабильный. А, значит, сейчас, Николай, у нас идет акция. При подключении любого пакета услуг сама антенна для вас идет за 99 рублей. Пакеты вы подключаете единоразово. У нас нет абонплаты, да, вы потом ничего за них не платите. Первый пакет – это минимальный. Здесь идет антенна первого поколения совместно со встроенным накопителем. То есть в комплект входит антенна, память на 32 гигабайта и пакет на 100 каналов. Стоимость комплекта 2990 плюс доставка. Второй пакет оптимальный. Здесь антенна второго поколения плюс идет встроенный DVD-тюнер. Сигнал приема позволяет просматривать 200 цифровых и 14 в HD-качестве. 120 гигабайт памяти и плюс здесь еще можете просматривать фильмы. Да, это коллекция из 300 последних новинок от онлайн-кинотеатра. Да. Такой пакет стоит 3890. И третий пакет, Николай, это самый выгодный. Это антенна третьего поколения. Она идет совместно со встроенным накопителем, идет DVD-T2. Значит, здесь будет 330 уже каналов, 30 в HD-качестве, 210 гигабайт памяти, 500 фильмов, и здесь уже идет встроенный модуль Wi-Fi. То есть вы еще можете пользоваться бесплатно интернетом. Получаете сигнал со спутника и раздачу его до 5 устройств. Такой пакет будет стоить 4900. А при заказе данного пакета вторая антенна с таким же функционалом вам еще идет в подарок. То есть за 4900 это у вас будут 2 антенны и 2 пакета услуг. Оплачиваете все при получении, гарантию мы даем 2 года. Что скажете? Я сначала я хочу понять просто, как антенна связывается со спутником. Мне интересно просто, как она может со спутником связываться. Я не понимаю. Значит, спутник 470-800-860, это диапазон частот. То есть получаете, да, сигнал со спутника. Спутник — это немецкая компания, это их собственная. Я понял. То есть антенна не имеет как его, тарелки-то самой. Она же не просто... Нет, там идет встроенный микрочип в самой антенне. Работает по принципу, как мобильный телефон. Мобильный у нас работает от сотовой связи, наша антенна работает от спутника. Это новая разработка японская, выпускается в Германии. То есть она выпускается в Германии, производители в Германии. То есть вот, а если, так сказать, ее надо на улицу ставить антенну-то, чтобы она спутник видела? В комнате, это комнатная антенна. Что в городе? Это комнатная антенна. А, то есть она даже сигнал... Никаких тарелок, это все сигнал... получается комнатная антенна. Сигнал предназначена... проходит, даже через стену проходит сигнал. Ну, мобильным телефоном вы пользуетесь, проходит через стену. Мобильная связь идет от... А это спутниковая связь. До спутника несколько сотен километров, насколько я понимаю. В комнате находится спутник. Да, геостационарная орбита, я просто разбираюсь. Да, а мобильная связь... Там встроенный усилитель. А, там еще усилитель есть? Конечно. Нифига себе. Это идет уже новые разработки, да.
И сколько будет, и то есть и качество, качество, как там цифровое же качество получается? Да, конечно. Цифровое, конечно. У вас будет, допустим, если вы берете полный комплект, 30 цифровых и 30 в HD качестве. Хорошо, а такой вопрос, а количество, ну скажем, вот зайду я, у меня телевизор стоит, ну скажем, на самом нижнем этаже дома, то есть количество перекрытий, оно очень много, ну то есть потолок, потом еще получается потолок. Вообще без разницы. Даже если бетонная, бетонная там полметровая. А смотрите, тогда хочу понять, вот у меня, допустим, сотовая связь, там где телевизор, она почти не ловит, а антенна будет ловить, получается. То есть, а сотовая связь не ловит, потому что вот именно, именно плохой прием, потому что много перекрытий бетонных. То есть вот как понять, вот если сотовый телефон, скажем так, плохо ловит, то антенна все равно будет хорошо ловить в этом месте, вы хотите сказать? Ну да, там идет встроенный усилитель, который обеспечит оптимальный... Ну смотрите, я хочу понять логику. То есть сотовый телефон, от которого базовая станция находится в нескольких десятках километров, почти не ловит. А антенна, ваша антенна, до спутника сотни километров она будет ловить, получается. Тарелка, конечно, тарелка спутник видит, понимаете? Тарелка видит спутник. Между тарелкой и спутником нету препятствия никакого. Поэтому она тарелка, она сигнал, конечно, ловит. Ну, там это нет препятствий. Тарелка стоит на крыше, а между ними перекрытие. Ну, если вы... Какая? Какое перекрытие? Нет, тарелка видит спутник. Тарелка видит спутник. Тарелка, когда... А здесь микрочип видит, тут идет встроенный... Как это микрочип? Как это микрочип может видеть спутник? Как микрочип? Новая разработка. А можно, можно ссылку на вот эту разработку? Я просто, нет, как бы я в физике... Вы же на сайте, когда нет, я не вникал. Я не вникал, я посмотрел просто видеоролик и ничего не понял там на английском. Да, там... Нет, просто понятно, что раз вы говорите со спутника, и неважно сколько... Даже не надо, чтобы антенна не видела спутник все равно. И даже если будет в подвале, все равно будет ловить. Ну, такое, это чудо, это просто фантастика такого. Я не понимаю, как это... Что это? Нет, ну что это за такие? Что за разработки за такие? Сейчас телефонцы, они выдумали, вы знаете, что они идут вперед. Сейчас, да? А у нас есть тарелка, на месте не стоит. Тарелками уже никто не пользуется, это прошлый век. Да? Сейчас такими антеннами пользуются полгода. Нет, понятно, я, вот все вроде бы, вот, то, что вы говорите, все вроде бы, вот, и хочется поверить, что оно так, но вот одно смущает, вот, когда я вам сказал, что если телефон мой плохо ловит у меня внизу на первом, ну, как, полуподвальный этаж, если там телефон плохо ловит, а ваша антенна будет все равно хорошо ловить, я не могу понять, как это может быть. Да, спутник уже идет, это новые спутники, современные. Ну, при чем здесь новый спутник? Кто устаревший? Сотовые связи ваши. Как это устаревший? Это вышка, которая стоит недалеко. А у меня даже видно из окна эту вышку. Ну, как видно, кусок видно. Не ловит сигнал. Ну, я не знаю, что у вас там за подвальное помещение. У нас клиенты, как бы, приобретали ни разу не... Если вы понял. Сигнал, просто, понимаете, вот если бы... Так, если бы вот... Я вас понял. Если бы вот... Вы бы хотя бы сказали бы, что может быть какая-то... Хотя бы сомнение какое-то мне сказали бы, что может быть, да, действительно плохо ловить. Но вы так уверенно говорите, что там, где плохо работает телефон, все равно будет работать антенна. Я просто знаю наши клиенты, которые понимаете, говорят, это что-то невероятное. Да. Там, и он да. Работает, Ростелеком не показывает, Триколор не показывает. Наш антенна, я говорили, что ловит хорошо. И все это потому, что там есть... Все это есть потому, что микрочип волшебный, который все равно сколько у меня перекрытий, сколько потолков. Я понял. Это ваш личный выбор, да. Конечно, это мой личный выбор, да. Спасибо вам за информацию, я почитаю еще подробнее. До свидания. Алло. Добрый день. Алло. Николай, добрый день. Добрый день. Кто это говорит? Меня Владимир зовут, оставляли Николай.
Николай, заявку Владимир. На антенну HQ-TV, все верно? Mm. А вы из другого уже? Я только что вот разговаривал с вашей коллегой, все верно, да. Mm-hmm. Я проверяю работу сотрудников. Да? Вы интересно. Разговаривали с сотрудником, правильно? Ну, видимо, правильно. Да, отказались, что не стали оформлять заказ, что смутило, какие вопросы остались, что не устроило. А вы не представились, как вас зовут еще раз? Я не помню. Меня Владимир Николаевич. А, Владимир Николаевич. Как, по имени, отчеству или просто по имени? Вас с вами разговаривать. Вы не расслышали, как меня зовут. Я понял. Так вот, Владимир, а почему вы... Ну, дело по работе с клиентами. Я понял. Так я же все ваши коллеги, вот, женского пола человек... Женским голосом. Я же все ей сказал. Я проверяю работу сотрудников. Вас что не устроило? Так вы у ней спросите, пожалуйста, Владимир. Просто там много чего было. Вас что не устроило? Отказались от заказа из-за высокой стоимости? От стоимости? Нет, стоимости нет. У меня денег много, мне стоимость все равно. Не стали оформлять заказ. Что смутило вас? А, смутило? Так вы спросите, Владимир, так вы спросите вот у женщины, с которой я разговаривал. Я хочу услышать от клиентов. От клиентов хотите услышать? Я понял. Да там много просто чего было, поэтому просто пересказывать-то лишний раз. Так задавайте, я вам отвечу. Да нет, зачем? Я все ответы на вопросы, те, которые задавал, я уже услышал ответы на вопросы. Понимаете? Владимир. Так а что же остановило ваш оформить заказ в рамках... Знаете, что-то остановило. Что-то меня остановило, понимаете? Ну, меня вот что-то остановило. Что-то меня остановило, не знаю. Ну, понятно, но что вас остановило? Ну, вот, не знаю, пока не могу понять, что. Что-то остановило, что-то меня смутило. Вы не уверены в себе мужчина? Да, точно, я не уверен в себе мужчина, да. А я вам набираю с индивидуальным предложением, Николай. Да. Так, чтобы вы ничего не переплачивали, это на 300 поколений антенны. Я понял. Вам подключить квоту на 300 каналов, 210 гигабайт памяти с модулем Wi-Fi. С бесплатным интернетом это на 1500 рублей более дешевле. Я понял. Нормально. 3000 рублей. И плюс доставка. Я понял. Как вы рассматриваете, Николай, мою... Ну, знаете, рассматриваю пока не очень. Решение. Знаете, я вам объясню. И раз вы не хотите спросить у своей подруги, что...